Всем привет, ребят! У Дорочки вышел альбом. Мисс, да? Слушали, получается, отсюда Lover Boy слушали. И слушали Я боюсь людей. Так что, получается, остается один из песен, да, у нас? Фиты там Maybe Baby, LSP и Платина. LSP интересно будет послушать, потому что у них вроде бы фита нету, да, совместного ни одного. Ну, давайте начнем с прослушивания ВКонтакте, да? То есть, получается, давайте слушать. О, привет, это Дора. Ну почему он не хочет прослушиваться? Я вроде один раз прослушал, короче, это голосовое, да? Йоу-йоу-йоу, привет, это Дора. Я приготовила для тебя нечто интересное. В конце прослушивания альбома обязательно расскажу тебе, а пока скидываю альбом в личку, чтобы он ни в коем случае не потерялся. Мяу! Йоу-йоу! Мяу! Ну давайте слушать, давайте слушать, но не забудьте оставить лайк, комментарий, да? И подписаться на канал. И пишите, что еще послушать в комментариях. Так, давайте погнали. Розовые волосы, первая песня. Да чё он тупит? В смысле? А там, получается, дадут этот... Что там дадут? Ну, узнаем, в общем. Розовые волосы, первый трек. Заколки и гитара, рожевые волосы до плеч, голос звонкий в полном зале, но не всегда фильтрую речь. На балконе в коммуналке до сих пор пылится мой скейтборд. Они просят расписаться, просыпайся, это все не сон. За спиной гитара, мегаполис скажет мне пока. Я чуток поспала. За окном менялись города, дальняя дорога, но и мысли мы в том же дворе. Тебе была ребенком, и встречала по утрам рассвет. Тянешь ко мне руки, вижу твои слезы, ты меня запомнишь навсегда. Розовая челка, клевая девчонка, коллекционирую сердца. Две заколки и гитара, рожевые волосы до плеч, голос звонкий в полном зале, но не всегда фильтрую речь. На балконе в коммуналке до сих пор пылится мой скейтборд. Они просят расписаться, просыпайся, это все не сон. Одна ночь, один день, как целая жизнь. Пейзажи рисуют в окне миражи. Моргнула и лето сменила весна. Оставлю внутри не кусочек себя. Две заколки и гитара, розовые волосы до плеч, голос звонкий в полном зале, но не всегда фильтрую речь. На балконе в коммуналке расписаться, просыпайся, это все не сон. Просыпайся, это все не сон. Просыпайся, это все не сон. А что хочу сказать? Очень мелодично. Тихо-тихо. А очень мелодично, но получается розовые волосы, это она себе, у нее были раньше и розовые волосы были, еще какие-то у нее цветом волосы, да, были. А, ну, мы же смотрели с ней вписку, если вы не знаете, вписка есть на канале. Ну, кому интересно, просто вбейте в поиск вписка и Дора реакция, да, это моя реакция, будет одна реакция вообще, да, наверное. В общем, и там много я узнал о ней, то есть она очень классная. Ну, такая просто обычная девочка, да, как бы вот. То есть без всяких там, ну, загонов, да, ну, в смысле, ну, не кейсовая, короче, да. И тут, получается, она говорит то, что он меня просит автограф, да, допустим, расписаться, а я в это не верю, да, то есть она не верит, то, что она стала такой, ну, известной, да, популярной, да. Ну, поэтому, как бы, ну, такая песня легкая о себе, да, спокойная. Мне понравилось, 10 из 10 поставлю. Так, давайте слушаем дальше. Автопилот.
Это с платиной, да, фит, окей. Интересно, получу я значок потом? Ну или что-то там, стики? Что-то тоже получу, да, в конце? Подсела на автопилот. Малышка хочет на пит-стоп. Окей. Конфетка тает на губах. Знаете, сейчас, давайте послушаем. Классный бит. Классный бит, классное звучание. Даже тут у платины как-то он тут звучит, знаете, как-то, ну, как-то по-необычному, да, вроде бы на этом бите. Хоть он и полностью, не, ну, как бы не для него, не для платины, да, фит. Ну, в смысле бит, да, но он как-то сумел здесь тоже как бы влиться и разбавить атмосферу, да, Доры. Ну, в принципе, да, да неплохо, как бы сказать, что мне очень понравилось. Ну, как бы такого нету, да, что мне очень понравилось. Но, в принципе, это звучит вайбово, мелодично, атмосферно, и как бы почему бы и нет, да. Короче, очень круто. Но Сан-Лоран не переплюнут, на самом деле, потому что... В Сан-Лоране была очень бешеная энергетика, да, а здесь просто такая более она спокойная, да, что ли. Так, в целом поставлю, ну, 9 из 10 вот поставлю так, наверное. Так, давайте слушаем дальше, заставь. Чувствовать к тебе, заставь меня что-то почувствовать к тебе, заставь меня что-то почувствовать к тебе.
скрылись и спрятались. Голос твой, образ твой меня так манит, но надо ли? Я так боюсь обжечься, тырить свое сердце. Это опасная игра. Хочу в тебе согреться, забить на все сомненья, но я привыкла всегда убегать. Оставь меня, что-то почувствовать теперь. Заставь меня, что-то почувствовать теперь. Заставь меня, что-то почувствовать, что-то почувствовать. Растопила нас всего одна искра. Я готова дать, но только один шанс. Между нами горит огонь, я надеюсь, не обожгусь. На ладони твоя ладонь, самый искренний поцелуй. Из-под ног улетит земля, я надеюсь, не отступлю. Все по кругу, который раз будет больно мне, ну и пусть. Ну, слушайте, я смотрю, несколько треков с моего альбома уже прослушано, круто, ну да. В общем, такая лирическая песня, да, об отношениях, видимо, в общем, и как-то так. Ну, хорошая, очень красивая песня, такая волшебная, очень-очень приятный бит, приятный голос, да, здесь ее. Она здесь такая очень грустная какая-то, да, в этой треке, да. Это такое, знаете, больше такой искренний, очень, я бы сказал, личный даже, может, трек. Не знаю, честно, но мне почему-то кажется, что да. Поставлю 10 из 10, потому что это искренность все-таки. Погнали дальше. Le Bohème. Тебя на ночь вызвала утром бизнес-класс, супер тебе дам.
сходи с друзьями. Верь мне, да, получается. В общем, что хочу сказать, то, что получается, тут Дора нам рассказывает о том, что она хочет именно, как бы, этого мальчика, да, чтобы он был с ней, и она готова пойти на все ради него, да, как бы, готова ухаживать, да, за ним, там, чтобы вот какие-то покупать, все такое, все для него покупать, лишь бы он был с ней, да, и чтобы он ей верил, вот, то есть, как бы... Такая тут история, такая любовная. То есть, когда, типа, девушка ухаживает за парнем, это, конечно, очень редкость в наше время, да. То есть, ну такое есть, но какой-то, может, 1% из 100, да, наверное. Ну, в общем, как-то так. Ну, такое, знаете, не сказал бы, что мне очень сильно понравилось, да. Ну, и как бы, да, нормальный трек. Поставил бы 8 из 10, то есть, такое. Просто ее мысли, наверное, то есть, да. Так, а Loverboy слушали, я боюсь, людей лайв смотрели. Дальше Дора, ЛСП, нет тебя, погнали. Нет тебя. Чё она с ЛСП сделает, мне интересно. С Олежей. Ой. Я ж не открыл. Я сверкаю, когда ты рядом. Глаза бриллианты, эта ночь молчит о нас двоих. Я сверкаю, когда ты рядом. Глаза бриллианты, я хочу тонуть. Мне в ушах, baby. И на руках, baby. Ой, это какой-то бриллиант начался трек. А, ну давайте тогда его слушать. Потом уже с ЛСП. Спросишь, как я, мне говорят, все за меня, baby. И он знает, я поймала мечту. Захожу в отель, прибавляю звезду. С детства не боюсь темноту. Ведь одним видом освещаю Москву. Небо в огнях, голос в ушах, будто создал ювелир. Я суперзвезда, глазки блестят, этот бриллиант не губит. Я сверкаю, когда ты рядом. Глаза бриллианты, эта ночь молчит о нас двоих. Я сверкаю, когда ты рядом. Глаза бриллианты, я хочу тонуть. Хочу тонуть твоей любви. Классно, классно. Ой, классно все сделано. Она говорит то, что ее не купить, да, она бриллиант, и то есть она знает себе цену, да, и как бы так вот.
Ничего, прикольный, прикольный трек, а даже такой очень заводной, да, в плане бита, да, то есть, так, то есть, прикольный трек. Не знаю, что еще добавить, если честно, как бы, нечего добавить. Погнали, нет тебя, вот. Теперь точно нет тебя. Бегу за тобою, пока ты наслаждаешься сном, забывая о боли. Мы молчим, не хватает нам слов. Грозный оскал и растерянный взгляд. Руки твои больше мне не молчат. Сердце кричит о любви в первый раз. Я не хочу никогда о тебе забывать. Кому нужен мир, в котором нет тебя, а нет тебя, а. Мне не нужен мир, в котором нет тебя, а нет тебя. В душу наплевал, будто пластинку тебя заела, и на повторе эти грустные слова. Кому нужен мир, в котором нет тебя, а нет тебя? Тебе вряд ли хватит, но даже таких молодых и стройных я от всех ушел, от тебя уйду, как колобок. Думала навсегда, глупости, ерунда, это лишь очередной урок, и тебе их много жизнь преподаст. Еще хотела все и сразу, но первый раз не в счет. И я тут ни при чем. Кому нужен мир, в котором нет тебя, а нет тебя? Меня. Мне не нужен мир, в котором нет тебя, а нет тебя. В душу наплевал, будто пластинку тебя заела, и на повторе эти грустные слова. Кому нужен мир, в котором нет тебя, а нет тебя? Ну, короче, они спелись с Олегом ЛСП, с Олегом ЛСП спелись. Она говорит то, что ей не нужен мир, в котором нет тебя, да, то есть, типа, того мальчика, да, которого она любит. А получается, Олег ЛСП тут в роли мальчика, да, то есть, он ей говорит, типа, ты любишь меня так сильно, да, но не знаешь, что делать. А, и он говорит, что он подонок, типа, и плюнул душу, да, и как бы, и то, что у него на повторе эти слова, да, в общем, то есть он с ней не хочет быть, я так понял, ну, это из песни сюжета, да. Ну, в целом, интересно звучит, интересно, я поставил 9 из 10, это прикольно звучит, и Олег ЛСП тут, ну, в самый раз, я считаю, то есть его голос... Очень офигенный тоже, обожаю ЛСП.
ЛСП тоже в сердечке. Блин, слушаем дальше. Слушаем дальше. Мама, да, у нас дальше? Окей, мама. Два на два. Мне так тесно среди этих стен. Зеркало напомнит, что я одна. Я в плену нерешенных проблем. Когда наступит ночь, забери меня и увези далеко. И снова сделай все для того, чтоб я такая штука, конечно. Хочу отметить то, что очень офигенная музыка здесь, в этом треке. Она офигенная, блин. То есть, такой ну, такого типа бита пока что не было. То есть, в альбоме, ну, в этом, то есть, такого прям, ну, прям очень офигенного. Там и инструменты, да, какие-то музыкальные были использованы дальше там. То есть, очень круто и... Ну, как бы в треке Дора рассказывает то, что мама, не жди меня у окна, это, не, как бы, я уже влюблена, я, как бы, есть парень, все такое, любовь, да, поэтому не жди меня дома, в общем. Наверное, такой был, да, посыл. То есть я уже взрослая, я могу сама решать. Ну, как бы это лирики, все такое. Альбом же Мисс, да, называется, то есть леди, да, все, Дора повзрослела, вот так вот. А, так, поставил песни, ну, блин, не знаю. Тут, в принципе, все песни хорошие, тут, блин, ну, ничего плохого нету, тут все песни будут 8, 9, 10, 10, то есть ниже оценки не будет. Ну, наверное, 9 поставлю. Так, стоп-слово, да? Стоп-слово, я не готова терпеть боль снова, но повторяю тебе стоп-слово, и все по. Ты опять даешь повод вспоминать про стоп-слово, стоп-слово, стоп-слово. Я не готова терпеть бой снова, но повторяю тебе стоп-слово. Спрошу оковы и скажу одно слово, стоп.
нарушаешь правила игры. Не говори мне больше о любви. Ведь я не та, с кем нужно быть плохим. А ты тот, кто не может быть другим. Ты думал, ты герой, что меня спасет. И так хотел контроль надо мной во всем. Где я и с кем на стол положить отчет. Но знаешь, эта роль не идет мне. Я будто была связана, пока была с тобой. Убираю из квартиры все, что связано с тобой. К черту все твои подарки, я бросаю их в огонь. Для меня лучший подарок — это снова стать собой. Моя боль больше не врет. Ты нанес мне раны, часть из них не заживет. У меня давно не хватает слов, чтобы все это закончить. Остается лишь одно. Стоп, слово, я не готова терпеть боль снова, но повторяю тебе. Стоп, слово, и все по новой. Ты опять даешь повод вспоминать про стоп, слово, стоп, слово, стоп, слово. Я не готова терпеть боль снова, но повторяю тебе. Стоп, слово, спрошу оковы и скажу одно слово. Стоп, слово, стоп, слово, стоп. Эй, оденься поскромней, не поссорь меня при всех. Покажи мне свой директ и отпишись от всех парней. Я дарил тебе цветы, научил тебя любви. Ты должна благодарить за то, что я с такой, как ты. Стоп, слово, я не готова терпеть боль снова, но повторяю тебе. Стоп, слово, и все по новой. Ты опять даешь повод вспоминать про стоп, слово, стоп, слово, стоп, слово. Я не готова терпеть боль снова, но повторяю тебе. Стоп, слово, спрошу оковы и скажу одно слово. Стоп, слово, стоп, слово, стоп. И скажу одно слово, стоп, слово, стоп. Ну, блин. Ну что отметить можно, если честно, не знаю. Просто тут взаимоотношения уже, то есть, происходят между Дорой, да, там, парнем, не знаю, парню есть или нет, ну вот, то есть, ну, лирика, не знаю, что тут, все понятно и, не знаю, давайте не будем останавливаться на этом. Ну, в целом, музыка немного, то есть, не зацепила. Ну, трек не особо зацепил, да. Ну, такое было у каждого, понятное дело. Вот. Тут ничего такого нету, если честно. Так, давайте дальше глянем трек с Моби Бэби Барби Сайз. Ну, вроде бы его не слушали. Бенники. Барби из трущоб. Выстрел в тебе летит мой шот. У меня капает на счет. У тебя капает со щек. Уй, не минимум, не мо. Узнают меня в лицо. Знаю, хочешь быть со мной рядом, но тебе до моей далеко. Я королева джунглей в розовой шубе. Девочка-бомба, хола. Я прихожу с трипушней, говорю сучке: эй, мамочка дома. Иди, у меня в голове цифры в капе. Свежевыжатый цитрус, бичи, сделаю чисто. Мой стилист, стилист твоего стилиста. Эй, Дора, готова? Да. В моих глазах доллар. Культовый Игги-попа. Плюс у меня как у Игги-попа. Очень неприятно, что твой мальчик со мной рядом. Не расстраивайся, зайка, я верну его обратно. Барби Сайз Гёрл, заткнулись и твой карман. Барби Сайз Гёрл, и я больше не твоя. Барби Сайз Гёрл, ты поверишь в мой обман. Мой обман, и я больше не твоя. След аромата духов, но ты меня не найдешь. Снова шпионишь со мной, но лучше б следил за собой. Словно с обложки GQ. Щеки в помаде размазан на тушь. Острый как лезвие мой маникюр. Дверь на засовку долго уснул. Барби Сайз Гёрл, цветком лезет твой карман. Барби Сайз Гёрл, и я больше не твоя. Барби Сайз Гёрл, ты поверишь в мой обман. Мой обман, и я больше не твоя. Латексные шмотки, пушки, мы ангелы Чарли. Я в него стреляю, мои глазки словно лазер. Мальчик изменял и думал.
думал, что это нормально. Мы оставим рану в сердце, что окажется летальной. Новенький скайс на страже порядка, как кто-то ли спайс. Делаю слайс, заберем твое сердце, такое у нас прайс. Маленькие стервы, но с огромными глазами. Дай мне исправлюсь, но ты это и так знаки. Я готова, выпускаю всю обойму. Я на подстраховке, за плечом висит винтовка. Миссия 5 звезд, палит коп из вертолета. Не останется и следу, мальчик, ты связался с профи. Больше не твоя, Барби Сайз Гёрл, ты поверишь, мой обман, и я больше не твоя, Барби Сайз Гёрл, цветка лезет в карман, Барби Сайз Гёрл, и я больше не твоя, Барби Сайз Гёрл, ты поверишь, мой обман, и я больше не твоя. Набила прицел я, вижу свою цель, ты мишень. Со мной, детка, кукла, брат, поднимаем свой баланс. Шанс. Упустил шанс. Ну, это хит, я думаю. Это хит, тут нечего говорить. Тут очень решает припев. Именно тут припев Адоре, он очень вывозит. И очень энергичный трек, под него хочется там и танцевать хочется, и петь хочется. То есть это определенный хит, да, и в общем, это офигенный очень трек. Поставлю 10 из 10, мне понравилось по энергетики, в принципе, и по вайбу самому. Но тут надо было, мне кажется, Maybe Baby немножко, ну, как-то... Хотя я не знаю. Ладно, ничего не буду говорить. Так, что у нас там дальше осталось? Маленькая леди, да? Погнали. Потеряла самоконтроль, в который раз проиграла, вновь упустив последний шанс, все достала. Но я держу себя в руках, я устала, факт. Я обычный человек, да я не из микросхем и плат. Мы из тоже, мы тоже. И проблемы, все как у всех внутри меня. Иногда я злюсь на целый мир, прячу свои чувства, маленькая леди. Иногда кричу изо всех сил, иногда мне грустно, маленькая леди. Иногда смеюсь, как в первый раз, заново влюбляюсь и теряю время. Иногда грешусь, могу послать, знаешь, я всего лишь маленькая леди. Сердце бьется и учащается, мой пульс, мои слезы тоже соленые на вкус, как и в детстве. Так же летаю по ночам, я мечтаю, факт. Оказаться далеко, где на меня не давит внешний мир. Беззаботность и любовь родных, тепло внутри. Иногда я злюсь на целый мир, прячу свои чувства, маленькая леди. Иногда кричу изо всех сил, иногда мне грустно, маленькая леди. Иногда смеюсь, как в первый раз, заново влюбляюсь и теряю время. Иногда душусь, могу послать, знаешь, я всего лишь маленькая леди. Маленькая леди, леди. Это Жиза, трек Жиза, на самом деле. И звук очень офигенный, если честно. Это Жиза, трек Жиза, потому что все мы люди, все мы обычные люди, мы не состоим там из микросхем и плат, как говорит Дора, да, и то есть, понятное дело, да. Ну, она хочет какого-то, наверное, умиротворения, да, какого-то, наверное, спокойствия, да, хочет, то есть, ну, потому что
на нее слишком много упало внимания, то есть, она ж известной стала, да, и много там фанатов, видимо, да, там поклонников прям ярых, да, которые там, ну, делают все, что там, типа, фотку, да, с ней что-то еще там, типа, ее, не знаю, может, выследить, и все такое, то есть, бешеные фанаты такие есть у каждого музыканта, в общем. Поэтому она хочет от всех отстать, да, и пойти, и побыть наедине с собой, наверное, то есть с родными, с близкими, да, видимо. Ну, хороший трек я здесь и поставлю, нормально. Так, последний трек «Засыпать», да, получается, остается у нас, окей. Маленькая леди. Засыпать с тобой. Мне столько раз хотелось убежать от всех, не видеться ни с кем. Ты меня спас от чувства, что я враг себе, магнит для всех проблем. Спасибо, что был всегда рядом, даже когда я просила тебя, я просила оставить меня. Спасибо, что был всегда рядом, даже когда отвернулись друзья, когда я осталась одна. Засыпать с тобой и впервые ночом на окнах, чтоб эта ночь не прекращалась долго. Это фигово держать все внутри, потому что рано или поздно все, что ты внутри держишь, да, типа, это все как бы будет тебя очень сильно нагружать, да, в общем, ну, будешь постоянно, то есть, постоянно хотеться высказаться, лучше сразу, типа, высказаться, и самое главное, не держать все себе, вот, да. Огонь погас, тревожность, пустота и страх растут в моей груди. Спасибо, что был всегда рядом, даже когда я просила тебя, я просила оставить меня. Спасибо, что был всегда рядом, даже когда отвернулись друзья, когда я осталась одна. Засыпать с тобой и с первым лучом на окнах, чтоб эта ночь не прекращалась долго. Всю нашу боль давай оставим в прошлом. Засыпать с тобой, не просыпаясь больше. Засыпать с тобой и с первым лучом на окнах, чтоб эта ночь не прекращалась долго. Всю нашу боль давай оставим в прошлом. Засыпать.
Да, реально длинный трек, 5 минут. Ну, ты за музыки, видимо, да? Офигеть. А очень классно, очень классное завершение для альбома. В принципе, альбом получился очень годным. Как это сказать? То есть, да, она как бы стала взрослой, да, и влюбилась, и вот и любовь как бы такие творит с ней чудеса, да, то есть, как бы, я не знаю, какая у нее будет дальше музыка, но что сейчас, да, типа, это очень круто понравилось. Так, давайте глянем, что она здесь сказала. Ну давай, шифровка. Знаешь, этот альбом абсолютно разный по вайбу и настроению. Послушай дальше и все поймешь. Все, не отвлекаю. Слушай, напишу позже. Окей. Это снова я. Ну как тебе альбом? Уже успел обсудить с мужиками с завода? Ладно, напишу после прослушивания всего альбома. Так я послушал альбом, а мне ничего не дали, да, получается? Это как? Почему мне ничего не дали? Я ж послушал весь альбом. Ребята, вам что-нибудь дали, когда вы послушали весь альбом? В общем, альбом 10 из 10 определенно заслуживает, и как бы вот так вот. Крутой очень альбом, крутой. Так, а я подписан на Дору вообще? А, подписаться. Слушайте альбом Дора на всех площадках и слушайте. И спасибо, что посмотрели этот ролик. В общем, если у вас есть что сказать, скажите это в комментариях. Подпишитесь на канал, добавляйтесь в ВКонтакте, друзья, и ставьте лайки. Всем спасибо, ребята, что посмотрели. Всем удачи, всем до скорых встреч. Так, что там? Ю!